Накануне первого весеннего праздника национальная телерадиокомпания «Чувашия» провела большой праздничный концерт любимым женщинам. Концерт прошел на одной из самых больших площадок республики – Ледовом дворце «Чебоксары-арена». В концерте приняли участие лучшие артисты чувашской эстрады и звездные дуэты. Они исполняли самые романтичные песни о любви. Часть композиции уже звучит в эфире Табан-радио, но многие авторы специально для концерта написали новые песни. На сцене выступили Асани Электрик Шоу, Алена Алексеева, Александр Васильев, Андрей Кузнецов, Валентина Кузнецова, Татьяна, группа Хурантаж, Алексей Шадриков, группа Дуняша Стайл, Фарида и другие. Настоящим украшением вечера стало выступление председателя миссионерского отдела Аллатырской епархии диакона Сергия Горохова. Зрителей праздничного шоу приветствовал глава Чувашии Михаил Игнатьев, который поздравил женщин с праздником весны и красоты. Наши любимые, милые дамы, дорогие друзья, дорогие наши гости, искренне от чистого сердца хочу вас поздравить с Международным женским днем 8 марта! 12 марта в 18:00 в эфире национального телевидения смотрите телеверсию концерта «Любимым женщинам».